Одними из первых выставку посетили гости из Республики Корея. Официальная делегация приехала в Мурманск для установления дружеских связей. Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Ли Джин Хён встретился с первым заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным. Участники диалога обсудили укрепление связи и планы на будущее. Встреча с гостями из Восточной Азии продолжится. В июне в столицу Заполярья запланирован визит большой корейской делегации. Генеральное консульство хотело бы познакомить жителей Мурманска с корейской культурой. Для этого в июне текущего года мы планируем организовать в Мурманске показ корейских кинофильмов и культурный вечер корейской музыки и танцев.